Re, viss ēters ir te! Завтра температура воздуха в Латвии не превысит плюс 23, плюс 27 градусов, прогнозируют синоптики. Ожидается облачность. В некоторых местах на востоке страны пройдут кратковременные дожди. Будет дуть восточный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до плюс 12, плюс 19 градусов. В субботу в Риге ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Будет дуть слабый умеренный восточный и северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до плюс 18 градусов, днем будет колебаться в районе плюс 25. В воскресенье переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер восточного направления 2,7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28 градусов. Ну а на следующей неделе в северо-восточную часть Европы придет антициклон, который определит погодные условия в Латвии. Во второй половине недели ожидается повышение температуры воздуха до плюс 28, плюс 33 градусов. Возможны высокая влажность и сильные грозы. Наиболее вероятные в Курземе и менее вероятные на востоке страны. Опасность засухи и пожаров возрастет на большей части территории страны.